Привет, интернет! Сегодня 7 ноября, красный день календаря, да-да-да. И мы на красной линии. Ну, кому-то он может черный день календаря. Ну, это на ваше усмотрение. Ну, поэтому, наверное, нам надо погулять по конкретному ГУЛАГу. Вперед! Первое, что хочется обратить внимание, что для борьбы против зацепинга здесь даже к задней кабине не подступиться. И вот посмотрите, какие тут решеточки с фонарями по периметру. Вау! Это латунь, это не алюминий. Я не шучу. Ну а вот и путевая стена. Путевая стена тут, конечно, скромненькая, но высокая такая. Оу. Ну и, конечно, да, как я говорил, фонари по периметру здесь не кончаются, они еще и на потолке. И знаете, такое чувство, что сейчас эта люстра может на тебя упасть и пришибить. А теперь, конечно же, две единицы холодного оружия. Но почему-то вот это уже авиаль, это уже не латунь. Правда, покрытый латунью авиаль. Проходим мимо очень такой прикольной плиточки. Квадратиками да ромбиками. И куда мы попадаем? О! Вот тут как! Да, камер кругом, конечно, чтоб никто не сбежал. И вот посмотрите, тут кругом жертвы. Жертвы! А-а-а-а-а. Посмотрите на это. Это их память. Он даже с ППШ. Ну и еще с чем-нибудь. В общем, просто сплошной ГУЛАГ и ад. Вау, какие приколы. Не правда ли? Ха-ха-ха-ха. Да, знаете, какой-нибудь средней паршивости любитель декоммунизации, оказавшись тут, оу, полагаю, захочет в Швейцарию. Потому что в Швейцарии есть для них вот такая штука. Там можно веселого газа надышаться и забыть про все. Смотрите, гермозатвор находится вон где. Это, конечно, забавно, но посмотрите, как далеко он от эскалатора. Ну что ж, встаем на эскалатор и едем наверх. Посмотрите, какая широкая балюстрада. Фонари самого 55-го года. Впрочем, поднимаясь с глубины 52 метра, напомню, что станция Дарская – это первая очередь красной линии. Она открыта 15 ноября 1955 года вместе со всем метрополитеном. Но в то же время, дорогие друзья, разрешите обратиться. Огромное спасибо и хороших заработков всем тем, кто поможет любой копейкой. На все, что хватит. Помочь можно по номеру +7 39 869 95 91. Банк, да ваш выбор. Ну что, куда-то мы поднимаемся. О, вы только на это посмотрите. Вау! Это что? Ну тут просто кругом сплошной ГУЛАГ. Не правда ли? Смотрите, как удобно вот так вот выстроить по кругу клиентов. А дальше бах кругом из пулемета. Ну и, конечно же, люстра под потолком. Это просто что-то с чем-то. Посмотрите. У вас нет такого чувства, что она вот-вот упадет. А у меня есть. И как еще вот эти фонари не растащили на металлолом? Они же из латуни! Я еще не взначай обращу внимание, смотрите, написано «Театр на Васильевском». Но мы-то не на Васильевском. Но это, видимо, они свой филиальчик открыли. Может, франшиза какая. А вот как выглядит в темноте
это кругляшка. Какое-то устрашающее сооружение, не правда ли? А вот она какая! Со входа! Ну посмотрите, это что? Это просто кошмар! Но почему она называется Нарвская? Собственно говоря, вот перед вами Нарвские ворота. Да-да. Так что метро Нарвская — это вторичное название. И вот представьте себе, в Питере есть два похожих сооружения. Есть Нарвские ворота и Московские ворота. То есть, казалось бы, Нарва с населением меньше 100 тысяч удостоилась такой же чести, что и крупнейший город Европы, то есть моя родная Москва. Ну, кстати, между прочим, Нарва – это самый русский город НАТО и Евросоюза. И вот такой вот парадокс. Евроколхоз против нас наводил всяких санкций, а станция как называлась, так и называется Нарвская. Кстати, почему-то некоторые думают, что это не от слова «нарва», а от слова «нары». Еще прикольнее. Вот много ли вы знаете станции метро, пассажиропоток в которых превышает население города, в честь которого они названы? А вот вам еще вход. Ну посмотрите, какой тут вход. Это же что-то с чем-то. Такое чувство, что попал в Советский Союз. В общем, спасибо всем за внимание. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. А если очень понравилось видео, то посмотрели сами, передайте другим. Буду очень признателен за репосты. До новых встреч.